Всем привет, всем здорово, сегодня с вами снова Sense Warriors, и сегодня я хочу поговорить о наборе брони Порта. Броня на Warframe включает в себя нагрудник, наплечники и наголенники. Можно купить в магазине, набор заступательный, либо по отдельности. Советую брать набором, броня вся качественная, о чем мы дальше и поговорим. Также вы можете подарить ее другу. В принципе, наденем все это на Excalibur в стандартном окрасе, чтобы ничего не отвлекало. Так, Брейтон надо убрать. Брейтон мне не нравится, мешается. Убираем, убираем. Вот, вот так выглядит наш нагрудничек. В принципе, довольно красиво выглядит. То есть, сейчас мы еще цвета потом стандартные поставим. Сейчас так не особо видно. Далее у нас идет наплечники. Вот это вот что, анимация постоянного кольца, что кружится. Вот, лично таких наплечников, по-моему, сейчас, ну, да и вообще такое, чтобы так много анимации, грубо говоря, было, особо не вижу я в настоящем времени в наборах. В принципе, довольно годная броня, довольно-довольно хорошая. Далее наголенники. На голенниках анимации особо не вижу, но тоже вот эти вот точечки с энергией, так сказать, поближе к колену. Да, довольно прикольно смотрится. Сейчас найдем последнюю лапу нашу, так сказать. Вот, довольно в стандартном окрасе уже выглядит годно и прикольно. Кстати. А вот если присмотреться, то посередине кольцо тоже крутится. Это энергетическое поле, которое создается. То есть там в каждом кольце очень прикольно. Очень шикарно. Опять повторяюсь, 100 платины. Это не так уж и много, а броня действительно годная. То есть я бы ее поставил, наверное, в топ-3 наборов брони на Warframe. Если даже не на первое место. Очень хорошие обвесы. Всем советую, не пожалеете. Хотя, может быть, вы не любите обвешиваться всякими побрякушками, но если вы любитель, то этот набор придет сам по вкусу. Вот золото такое с зеленоватым, желто-зеленоватое такое. Блин, эпик. Просто эпик. Шикарная броня, шикарные обвесы, шикарная анимация. То есть все на высшем уровне. То есть в это раздаешники просто порадовали. Спасибо вам. В принципе, мой вердикт, так сказать, советую брать. Ну, кто смотрел, всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.